Всем привет! Привет! Мы что будем делать? Сегодня что мы будем готовить? Будем готовить баклажаны. Да? Баклажаны с петрушкой, с сыром. Сыр типа сулугуни, мягкий сыр. Вот такие помидоры, резанные, консервированные. И масло оливковое. Мне вот такое. Я подготовила уже противень, одноразовую форму и фольгу. Сейчас я вот таким образом порежу баклажаны на дольки. И буду переслаивать помидорами и сыром. И внутрь также буду добавлять резаную петрушку. Вот так я разрезала баклажаны, но не до конца. Вот такими вот кусочками. Баклажан такой громадный был, что пришлось его напополам резать, а потом еще вот так. И сейчас я буду его начинять петрушкой, сыром и помидорками. Так, сейчас мы баклажанчики присолим. Ага, вот так вот. Еще давай. Сыпь. Угу. Тут с внучкой готовим баклажаны. Давай дальше. Морская соль. Так. Вот так нафаршировала петрушкой баклажанчики. И теперь буду добавлять сыр. Так, сыр вот надо потоньше, большими такими сделала. Так, кусочек сыра. Внутрь туда напихиваем сыр. Прямо его так в кармашки будете заправлять хорошо, аккуратненько. Потому что иначе он сверху потечет. И так вот все баклажанины вот эти. Вот так выглядит баклажан после начинки сыром и петрушкой. Так, теперь я вот буду заливать вот этими резанными помидорами. Стараться, чтобы попадало в разрезы. Вообще мне нравятся вот эти вот резанные помидорки. Они такие, как будто вот как свежие. Там нет ни консервантов, ничего. Так вот, мелко-мелко резанные. И вот так вот весь баклажанчик покрываем. Можно вместо вот таких помидоров измельченных, консервированных, использовать целые помидоры, свежие. Также вместе с сыром начинять между дольками баклажана. Так, и теперь я вот полью оливковым маслом вот это. Заливаю так потихонечку. Вообще баклажаны впитывают в себя очень много масла, конечно. Любят масло. Когда избыток масла, тоже не очень хорошо. Так, я думаю, все, хватит. Все, заворачиваю сейчас в фольгу. И в духовочку где-то на час, 10-20 поставлю на 200 градусов. Потом посмотрю. Ну, обычно хорошо за это время пропекаются. И как закуска, и вот у нас сейчас жара стоит, как самостоятельное блюдо, очень вкусно.